Друвар. Син. Син с 8 рангом. Синий шип у него с показателем и паузой. Да, показатель это постоянный урон, напоминаю, да? То есть это не берс, который выскакивает время от времени и может выдать супер крутой крит, да? Но это постоянный урон, это повышенный ДПС, что тоже очень хорошо для Сина. Посмотрим, что же здесь. Давайте кого-нибудь посмотрим, вот Умканича, например. И поехали! Ворота открылись, Mass Invis у команды. Выходят. Good luck. Сразу вспышка Умканича. Акаба тоже юзает Mass Invis. Акида в воздухе, пытается раздевать. Гуруру раздели. Раздели Гуруру, но там иммун. Вернее, чистая была. И шамана бафа лишь спасают пока что этого товарища. 10-10 все еще счет. Вспышка Гуруру. Под вспышкой он бьет, но на нем сидит Вар. Вар уходит в иммун, чтобы раздамажить, чтобы не... Друиды гудлаков также, кстати, летают по воздуху. 10-9. Это противника. Отличная тактика. И Гуруру убивают. 9-9. Контролят одиночку. Да, мы видим, что 9-9 счет. 8-9. 8-9 счет уже, да. Вспыхивает утилизатор. Джексон, кстати, никто не контролит. Джексон без проблем бьет Киду. Да, Киду стоит на две лапы и... И вот-вот-вот, что же... И пытается ролить. 7-9. Ой-ой-ой. 6-9. Да, вы все это видите, дорогие друзья. Акабы, мне кажется, ведут. Ведут в этой схватке. Да-да, Акабы ведут. При том, что... Успевает вот... отходить. За хирка у Джексона, он уходит 79-й уклон, контроль от Джексона. Вар из Гудлак. Тем временем контролит Артеза. Раздевает Артеза, Артез убегает. Артез кайтит, шамана бафы на нем помогают все-таки выживать и терпеть урон нормально. Успел утилизатора на 1% откатывается хирка. Это просто лак. Это просто самый настоящий лак, удача. 4-9. Артез, да, улетает, 4-8. Глазка из Гудлака в несогласии, без бафов стан, да, улетает, 3-8. Минус глаз. Крузер дает вызов на утилизатор, утилизатор кайтит, крузер уходит 79-й антистан. Сейчас вспыхнул утилизатор, сейчас что-то будет. Вспыхивает утилизатор. Все, крузер остался последним, и сейчас мы смотрим, как раздамаживать. Крузера раздели. Крузера раздели. 12-й круг и... улетел. Да. Ну, две лапы. Две лапы. Ж. Мог бы дольше жить, конечно. Да. Я думаю, полуфинал будет эпичным, господа. Да уж, мы это видели, друзья. Акабы. Первый раунд остался за Акабами. Восьмером, да, они вытащили его. Минуснули 10 соперников из команды Good Luck. А, знаете, команде Good Luck действительно сейчас понадобится удача, чтобы во втором раунде что-то продемонстрировать. И мы пожелаем сейчас обеим командам собраться, чтобы выдать еще более яркий бой. Но это поистине великолепное зрелище, дорогие друзья. Я рад, что я это вижу и что вы с нами вместе. Кстати, вы заметили, что у утилизатора остался 1% хп после Армагеддона? Да. И он все-таки выжил. И при этом... Да, он выжил, и при этом остался обман смерти. Да, то есть, в принципе, он то есть мог он не еще... успел. Да, он бы еще выжил. Ну, там, видимо, не хватило ассиста какого-то. То есть, если бы в этот момент был бы еще парочку плюшечек каких-нибудь, одна бы откатила обман, а вторая накрыла бы оставшиеся... Да. Ну что ж, мы ждем билетиков на второй раунд. Мне кажется, что наши коллеги со второй арены смогут все-таки на нем поприсутствовать. У них перерыв до половины восьмого. Я в шоке, конечно. И какие же у тебя эмоции? Нет, на самом деле... Я все не дождусь боя полуфинального. Да, я тоже жду. Я надеюсь, мы на него попадем. Ну да, мы на него попадем, это точно. Сейчас закончится этот бой, и нам предстоит увидеть, что же
ну, просто самое, наверное, крутое событие пока что из прошедших на этом турнире. Нет, мне уже пытаются меня забрать билетики, и, ребята, у меня их нету. Нет, билетиков у меня еще нету. Я вам их выдам с удовольствием. Да, вот сейчас мне их выдают. Полплана разведку в сборе. Да. Итак, поехали. Код Торг. Да-да, просто уже засыпаю. Точнее, падаю в обморок. У тебя сегодня переизбыток. Колбаса Торг. Эмоций. Колбаса? Колбаса где? А, вон за прилавком. Слева от тебя колбаса. Колбасы по 11 часов вечера, так что колбаса уже спит одним глазом. Торг, торг, торг. Ок, ок, ок. Так. Кул торг. Так, поехали со второго. Со второй арены, ребят. Одаривать. Так. Гара пусть посмотрит. Так. Так, вроде бы в основном всем раздал. Друзья, что там на арене происходит? Ну, пока никого нет. Ничего пока. Пока никого нету, да? Еще. Команды, видимо, не появились. Я думаю, всем ли я раздал? А, хилище его мобы призвали. ГМы развлекаются, как вы видите. Иммунные мобы стоят. Юр, завис стрим. Стрим завис? Да, карт... А, все уже. Отвис. Это я просто не двигал. Нет, как раз перед призывом мобов зависла картинка. Ну что ж, тогда я захожу вовнутрь. Я не вижу, кому еще раздавать билетики. Вроде бы всем из наших я их выдал. Напоминаю, мы уже очень близко к финальной части турнира. И самые-самые серьезные, самые красивые бои сейчас происходят. До этого мы видели, как одна команда Астры... Последние два на сегодня, получается. Выкинула другую команду Астры, да. И это предпоследняя встреча, да, на сегодня, а следующая будет последняя. Она будет происходить на второй арене, но мы с вами сможем ее наблюдать.
Пока что команды здесь не появились. Кстати, мы, в принципе, уже можем объединиться в одной комнате с нашими коллегами, на самом деле. Но единственное, пусть они к нам идут. Нет, единственное, что мы будем мешать друг другу в трансляции. Вот. Ну, не то, что мешать, а, видимо, дублировать. Поэтому можем, в принципе, пока быть порознь. И потом просто встретиться, немножко обсудить, что же мы видели. Я думаю, пусть остаются две трансляции параллельно. Да, да, да. Потом просто пойдем. Чтобы у людей был выбор. За две недели и поделимся впечатлениями. Напоминаю, команда АКАП лидирует 1-0 в этой встрече. После первого раунда нас ждет второй раунд и... Посмотрим, что же это будет. Good Lucky. Тоже очень сильная команда. Им надо сейчас что-то предпринимать. Они представляют сервер мира. Cup представляют сервер Ирион. И что же? Что же там будет? Мне сейчас очень интересно, кстати, были ли среди участников нашего тотализатора, в котором нужно было угадать все три команды призера, кто-нибудь, кто вот хотя бы приблизился к этой расстановке, которую мы сейчас увидим. Вот, то есть, пока, конечно, финальный итог не ясен, да, но, например, такие фавориты, как Альтаир и Сириус, уже в нижней турнирной сетке. И мы видим, что... У нас тут 2 ГМа. Да. Настя как всегда танцует. Так, мы видим, что команда уже практически в полном составе присутствует на арене. Они готовы. Мои коллеги уже устали, уже молчат, переживают, глядя за этими поединками. Понятно, что нервы не железные. Конечно, так нервно, устает. Сейчас же все посидеем. Да, да, устают и голос, и нервы, и, в принципе, выматывают такое наблюдение. Но для вас, дорогие зрители, Просто после 8 часов, это, конечно, весело. Да, для вас, дорогие зрители, мы готовы на это. Мы продолжаем трансляцию и... Действуем для того, чтобы каждый желающий смог узнать о событиях, происходящих на закрытом турнирном сервере из первых рук, буквально онлайн. Мира шатай дымоходы, ломай калитки, круши, топай цветы. Как символично. Какие? Прям анархия в UK подобная. Это анархия в отдельно взятом мире, уже таком странном мире. Начался отсчет. Итак, отсчет 2 минуты до боя. Так.
Я не понимаю, что здесь мастер 146% делает. А, да так многие ребята хотели попасть, посмотреть. Я выдавал еще билеты тем, кто кидали тор. Кому повезло. Ух, я думаю, сколько нужно будет билетов-то на полуфинал. Эти ребята присутствуют так же, как и обсерверы, в принципе, поэтому... Не смогут ничем повлиять, но я думаю, смогут увидеть так же, как и мы. Все вблизи. А около полутора минут до начала... Команды все в напряжении. Конечно же, потому что целый турнирный день позади. Они успешно пробивались через десятки соперников. И это на самом деле так, потому что в каждой команде по 10 человек выступает на турнире, плюс 2 запасных. Поэтому это в буквальном смысле десятки соперников, которых они сокрушили на своем пути. И им предстоит что-то еще более сложное. Вот, пока что лидирует Акап 1-0, но у Гудлаков, я думаю, есть что им противопоставить и продемонстрировать во втором раунде. У нас уже давно не было, по-моему, камбэков. У нас, да, давно не было камбэков. Сегодня, конечно, они были такие яркие, да, но по сравнению со вчерашним, когда в финальном раунде был такой камбэк. Пока что такого чего яркого мы не видели именно в плане камбэков, да? Конечно же, были величайшие, ярчайшие бои сегодня, и мы вместе с вами за ними наблюдали, дорогие друзья. Вот уже мы начинаем практически. Mass Invis юзает команда Good Luck. Ворота открылись. И ворота открылись. Так, кто-то поднимается. Не сразу выходит. В воздух. Это команда Акабов. Принимают Гуру-Гуру, начинают бить Гуру-Гуру, сбивает с полета и начинает его бить. Ладно, опускаемся на дает алмаз на ауру на Гуру-Гуру, Гуру-Гуру выживет. Вы видите, что очень много персонажей поднимаются в воздух. 10-9. Гуру-Гуру без бафов, его вновь раздевают. Раздевают Гуру-Гуру. Да, зачем его еще раз взять? И Друид, Друид, честь от Джексона. Друид и Сина выносят Гуру-Гуру. Да, утилизатор на него ТП-шнул. Пытается пробить Селену. Утилизатор зажигается, иначе сейчас кому-то может не поздоровиться. Он ходит в иммунку и садится на одиночку. Откатывает хирку и, 7-8. Скорее всего... Да, одиночку уносит. 6-8. Да, 6-8. А, вы видите, что сильнейший состав у обеих команд. Ки догоняет Джекс. Джексон, Джексон зажигает третью вспышку. 5-8. Но тут же умирает. А как бы пока впереди сбрасывают на землю друиды из Гутлака с овушкой глазку, и она пытается убежать в иммунку. Так. Уходит в морай шипы. Мы видим, что контроль от вара Гудлаков. Вар из Гудлаков, да. А он в стане, по нему идет какой-то ассист. Вот. Пробивает. Уходит в иммунку вар. Утилизатор Mass Invis использует утилизатор. А массы на раздели глазку и сел на глазку и все минус 4-8 глазка. Ей пришлось 4-8, да, Акаба раздели вара. Мономур, Мономур пытаются пробить. Мономур в иммуне, да, било по вару, да, вару минус вар. 3-8 уже, 3-8, дорогие друзья, вы сами Мантикора бегает, Мантикора бегает от Арта и Селизарда. По Мантикоре думаю, прошло раздевание. Минус Мантикора. Пруда у Сагамора. И контроль видим, от вара. Продолжает бить. Теперь ННМ. Контроль от Крузера. И все. И остался один Крузер. Один Крузер, которого раздели. Да, все, раздели. Которого Крузер уже почистили. Рабохи с Дефа и Черепаха. Он ушел. Давай, черепаху. Крузер, тащи кату. Да, показывай котоводную работу, дружище Крузер. Мы смотрим на это. Его раздевают. Ему очень сложно. Контроль, нет, лютый контроль, конечно, очень да, сложно. Да, не дают ничего. Не хватает пати конечно. Поддержки. Да, и мне кажется, что здесь уже просто все разряжено, на самом деле, у товарища. Так бы он, конечно же... Сжигает ему чи. Так второй бы он, раз. Пожил, я думаю, но... Все, минус Крузер.
Итак, мы знаем первых неплохо. Полуфиналистов, господа. Акап, Лайка Про. Акап против Лайка Про. Звучит как какая-то контора, на самом деле. Да. На самом деле это было великолепно, и я вижу, что 8, да? 8 членов команды Акап остались на арене. Это очень круто. Мне кажется, что на таком вот уровне уже соревнований, на таком высоком этапе, такое превосходство, это о многом говорит. Видим, два фаворита данного турнира, Акап и Лайка Про, встречаются в полуфинале.